Томатик, сладкий каприз. Вот такой вот красавчик, высокорослый томатик. Мощный стебель у него. Очень крупные плоды. По полкилограмма, наверное, будут. По крайней мере, от 350 и выше. Уже один плодик у меня отсюда снят. Красавчик. Очень мне этот сорт нравится. Этот плодик я уже пробовала. Вкусный. Сладкий каприз. Вот такой вот шикарный томатик под названием «Сладкий каприз». Вот такие вот на нем лепешки здоровенные. Но потрескались, конечно, от дождя потрескались они сильно. Сейчас я вам покажу, какой на разрезе. А, нет, я вам взвешу его еще покажу, какие они крупные. Вот этот 514 грамм, вот этот был еще больше. Я взвешивала уже до этого 529. Сейчас я вам его покажу на разрезе, какой он красивый. И скажу, какой он на вкус. Вот такой вот на разрезе красивый томатик. Очень, кстати, на изломе. Сейчас. Вкус у него немножечко больше сладости, чем кислинки. И такой довольно-таки нежная консистенция. Очень достойный томатик. Очень красивый. Ну и теперь я буду брать семена.